Приветствую вас, товарищи. Не так давно к нам приехала новая ткань Oxford 1680 Denier по плотности. И мы сейчас ее детально с вами рассмотрим и даже с ней поработаем. И я поделюсь с вами своими впечатлениями о ней. Ну что, товарищи, давайте попробуем поработаем с этим материалом. Так, тактильные ощущения, какие я испытываю. Гладкая с внешней стороны и чуть менее гладкая со внутренней, там, где находится ПУшечка, полиуретановый слой. Ну, на ощупь такая она суховатая прям, то, что, в общем-то, мне не нравится. Сейчас мы попробуем из нее что-нибудь собрать, мелкое изделие. Будет такой небольшой конвертик. Я его даже немного решил упростить. Но это немного не мастер-класс, поэтому надеюсь на ваше понимание. Забыл сказать, что... В принципе, не забыл. Сейчас и скажу. Резать ее достаточно приятно. Она по краям не махрится. Удобно с ней работать. Я думаю, что сейчас будет момент, когда нужно будет загибать ее. И кажется, что это будет также удобно. Так, следующий этап у нас нужно провести пару линий. Не со всеми материалами, но, по крайней мере, в сумочно-рюкзачной тематике удобно работать. Бывали у нас случаи, когда заказчики выдавали свой материал, либо мы привозили немного не тот, и было, конечно, тяжеловато в некоторые моменты. Вот. Сгибается она без каких-либо сверхусилий, то есть я вот сейчас пару раз провел, она уже сформировалась вот это, в общем-то, задним. Сейчас мы пришьем молнию к этой части. Так, ну давай сначала опустим такой шов. Ткань оливковая. Взял серую молнию чисто ради попробовать данное сочетание. Так, ну что, осталось сделать внешние швы, чем сейчас и займусь. Нить использую ТГФ оливкового цвета, она, конечно, к этой ткани подходит, но я, наверное, не совру, если скажу, что идеально. Хотя ничего не бывает идеального, но где-то в той степи. Так, ну, в общем-то, и все, осталось соединить эти детали, прошить изнутри и вывернуть. Так, куда я дел бегунок? Вот бегунок. И еще
еще разочек проденем. Я бы с удовольствием из этой ткани собрал какое-то более крупное изделие, но очень много дел, хотя бы в плане подобных обзоров. Сейчас начнем такие именно практиковать на постоянной основе. И работы просто завались в этом плане. И все, давайте с вами полим края таким вот варварским способом, зажигалкой из Бристоля. Можно окантовать, но такие мелкие вещи, не знаю, я не считаю нужным окантовывать, но каждый сам решает, что для него важно, а что нет. Достаточно плотная ткань, но плотность все-таки у нее высокая. Так. Не, ну зато органайзер держит форму. Я говорил, что упростил изделие, здесь обычно гульфики пришивал, вот, но в этот раз не стало, как бы мы тут. Думаю, без этого понятно. Серая молния с оливковой такой изумрудной тканью. Ну, в принципе, как-то взор-то не напрягает. Хотелось бы мне, конечно, вдеть вот такой пуллер сюда. Но, не знаю, получится нет, потому что здесь родной пуллер металлический, он длинный. В пуллер от UKK где-то были. Они короткие такие. И, конечно, сюда без проблем можно это все вдеть. Вот, а сюда уже, я думаю, что можно. Только осторожно. О, не, нормально, в принципе. Чуть-чуть приходится тут... ну, ловкость рук, никакого мошенничества, в общем-то. Зато симпотно. Наверное, на мой взгляд. Такие, знаете, продолговатые бубенчики, которые не звенят. Вот, можно сюда всякую мелочевку пикать. Губная гармошка пойдет сюда, варган, фастекс, еще пара фастексов, ну и еще много чего интересного.